Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Обработка смородины осенью – это неотъемлемая и очень важная часть по уходу за ягодными кустами. Причем осенняя обработка в сентябре от болезней считается главной обработкой в году. Именно в это время проявляется пиковая активность заболеваний. Все эти болячки видны невооруженным глазом на листьях. В это время споры грибков с зараженных кустов легко могут разноситься по огороду с ветром на соседние кусты и даже другие садовые культуры. Поэтому нужно не пропустить момент. И первая половина сентября – идеальное время для обработки. Сейчас все подробно расскажу, чем и как обработать. Если все правильно сделаете, то урожай следующего года как минимум удвоится. Для того, чтобы ударить по таким болезням, как антракноз, белая пятнистость, мучнистая роса, серая гниль, ржавчина, белый налет и септориоз, я использую два препарата с интервалом в 5-7 дней. Первую обработку провожу препаратом Скор. Это хороший фунгицид широкого спектра действия. Действует подобно топазу или хорусу, но в его составе другое и более мощное в отношении болезней смородины вещество. Работает при температуре от плюс 13 до плюс 25 градусов. Через примерно неделю провожу еще одну обработку медь содержащим препаратом. Медь добьет оставшиеся болезни смородины. Можно использовать бордоскую жидкость, но в последнее время я беру Хом или Оксихом. Такой препарат легче разводится и не забивает опрыскиватель. Я развожу 40 граммов хома на 5 литров воды и опрыскиваю кусты и прикорневую зону. Еще через недельку я делаю обработку смородины от вредителей. Препарат Топаз прекрасно уничтожает огневку, почкового клеща, галицу, щитовку, тлю, стекляницу и пилильщика. Просто развожу препарат по инструкции на упаковке и опрыскиваю кусты и землю вокруг. А в начале декабря делаю искореняющую обработку кустов с помощью 3% раствора медного купороса. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!